Привет, друзья! В этом видео мы покажем, как мы ремонтировали водонагреватель Thermex IF50V. Водонагреватель поступил в ремонт с жалобой на то, что он плохо греет. Обязательно досмотрите видео до конца, так вы сможете увидеть весь процесс ремонта полностью. Прежде чем мы начнем, поставьте лайк этому видео и прямо сейчас подпишитесь на наш канал. Поехали! Сегодня нам принесли водонагреватель Thermex IF50V. Со слов клиента, водонагреватель плохо нагревает воду. Откроем, посмотрим, выкручиваем. Видны следы капель, подтеков, стена. Также еще что-то. Смотрим. Так, сразу видим, что один из контактов одного тена отгорел. Видно. Отгорел. А у второго тена явно намечается разгерметизация. Очень легко снялось. Интересно. Предварительно ослабился. У него контакт сгорел, так что сильно. Сразу смотрим, что у нас с датчиками температур. Так, второй смотрим, вроде тоже пока живой. Проверим. Прям. Так, и тут там. Что-то как-то многовато в мегаомах, скорее всего. Тоже лучше выкрутить, проверить. Так, вроде пробой не показывает, но подозрительно. Так, здесь 4 мегаома уж показывает. И дополнительный пробит. Данный тен точно надо будет менять. Пробой на лицо. Выкручиваем.
как только могло. Нужно будет менять. Это у нас был где там? Что ли? Я выкручиваем второй, смотрим, что у нас с ним. Значит, нам нужно будет заменить один там контакт. Итак, нам нужно заменить старый вышедший из строя там на новый с артикулом 246. Ставим. Закручиваем гайки. Да, ты можешь не так, правильно? Я не так просто.
обычные муфты можно использовать как изолятор. Проверяем выход по напряжению. Тоже выход есть. Ну вот и все, водонагреватель готов к работе. Если вам потребовались оригинальные запчасти для водонагревателей Thermex IF50V, перейдите по ссылке, которую вы увидите у себя на экране. Также эту ссылку мы разместим в описании к этому видео. Здесь вы видите запчасти к любому водонагревателю этой серии. Также здесь вы можете найти свою конкретную модель водонагревателя или просто подобрать интересующую вас запчасть. Добавляйте нужный товар в корзину и отправляйте заказ нам. Поначалу платить ничего не нужно. Мы получим заказ, затем свяжемся с вами и уточним все детали. Для того, чтобы заказать запчасти для различного климатического оборудования, перейдите по ссылке, которую мы оставили в описании этого видео. Если видео показалось вам полезным, поставьте нам лайк. Если видео не понравилось, смело жмите дизлайк. И обязательно подпишитесь на наш канал. До новых встреч!